круто. Я всем желаю, чтобы этот запал Стони шел дальше. И я как человек, который приехал второй раз, хочу сказать, что второй раз по-другому, но все равно круто. И всем тем, кто слушал Тони Робинса в переводе, надо ехать второй раз, ехать надо слушать самому в оригинале. И я могу в этом помочь. Приезжайте ко мне на Мальту, всех научу английскому. А молодой человек скажет I'm freaking rock. Я уже еду, я чувствую. I'm freaking rock. Yes. Yeah.